Хорошие. Первый раз в Берлине. Принципе, вчера сделали небольшую экскурсию, посмотрели здесь. Ну, хорошая страна. Ну, я если думал, если честно, что она маленько почище будет. Ну. На самом деле финиш был действительно тяжелый. Вроде бы сначала рванул, маленько не подрасчитал силы. У немец, значит, сильнее. А так, в принципе, сегодня была задача добраться, то есть все круги прошел ровно. Плюсы от наших механических установок, наверное, в том, что мы действительно видим, как стреляем. Не видим, да, куда там стрела пускай попадает, но мы видим закрытую мишень, видим промахи, видим свои штрафы. Здесь вот один момент был у меня спорный, ну даже два момента, вот как бы я... Когда вот на штрафной круг заходил, я не знал, там задел или не задел габарит. Ну, думал, что да, действительно промазал. И там еще был один спорный момент. Тоже, видать, по габариту должны засчитать. А так, мне кажется, что цена выстрела будет больше, если будешь стрелять 4 стрелы. Начинать максимально быстро. И еще быстрее финишировать.